Здравствуйте, ребята! Оказывается, с помощью графиков можно рисовать картины. Выполненные рисунки можно описать различными графиками. Рассмотрим внимательно репродукцию картины Николая Васильевича Кузьмина «Онегин на балу». Роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» вы будете изучать в 9 классе на уроках русской литературы. Если вглядеться в эти прерывистые линии, то можно увидеть, что они представляют собой различные графики. Оказывается, эти линии имеют форму графиков определенных математических зависимостей, в частности, прямой пропорциональной зависимости и обратной пропорциональной зависимости, и их можно задать математическими формулами. Рассмотрим тему «График прямой пропорциональной зависимости», «График обратной пропорциональной зависимости». Сегодня мы познакомимся с графиками прямой и обратной пропорциональных зависимостей и построением графиков этих зависимостей. Рассмотрим задачи. Первое. Пусть пешеход движется с постоянной скоростью 4 км в час. Найдите, какое расстояние пройдет пешеход за время t равное 0, 1, 2, 4 часа. Расстояние s километров, которое прошел пешеход за t часов, равно произведению скорости пешехода и времени. S равно 4t. Для ответа на вопрос заполним таблицу. При t равном 0, s равно 4 умножить на 0 равно 0. При t равном 1, s равно 4 умножить на 1 равно 4. При t равном 2, s равно 4 умножить на 2 равно 8. При t равном 4, s равно 4 умножить на 4 равно 16. Если t равно 1, то s равно 4. Если t равно 2, то s равно 8. Мы видим, что значение t увеличилось в 2 раза, и значение s увеличилось тоже в 2 раза. Значит, при увеличении времени t в несколько раз, расстояние увеличивается во столько же раз. Следовательно, время t и пройденное расстояние s являются прямо пропорциональными величинами. Рассмотрим вторую задачу. Ширина прямоугольника равна 4 см, а длина a см. Найдите площадь прямоугольника, если a равно 1, 2, 4 см. Чтобы найти площадь прямоугольника, надо ширину прямоугольника умножить на его длину. Поэтому площадь прямоугольника будет вычисляться по формуле s равно 4a. Для ответа на вопрос заполним таблицу. При a равном 1 s равно 4 умножить на 1 равно 4. При a равном 2 s равно 4 умножить на 2 равно 8. При a равном 4 s равно 4 умножить на 4 равно 16. При a равном 2 s равно 8. При a равном 4 s равно 16. Мы видим, что значение a увеличилось в 2 раза и значение s увеличилось тоже в 2 раза. Значит, при увеличении длины a прямоугольника в несколько раз, площадь увеличивается во столько же раз. Поэтому длина a и площадь прямоугольника s являются прямо пропорциональными величинами. В рассмотренных задачах мы использовали формулы s равно 4t, s равно 4a. И их можно записать одной формулой вида y равно 4x. Построим график зависимости y равно 4x. Для этого составим таблицу. Абсциссы точек запишем в первой строке таблицы, а соответствующие ординаты во второй. Заполним таблицу.
при x равном нулю y равно нулю, при x равном единице y равно 4, при x равным 2 y равно 8, при x равным 4 y равно 16. Отметим на координатной плоскости точки с координатами 0, 0, 1, 4, 2, 8, 4, 16 и соединим их между собой. Замечаем, что построенные точки лежат на одной прямой, которая является графиком прямой пропорциональной зависимости y равно 4x. Формулы y равно 2x, y равно 3x, y равно 0,9x. Примеры формул прямой пропорциональной зависимости. Они отличаются друг от друга только числовым множителем, который называется коэффициентом пропорциональности и обозначается k. Значит, различные прямо пропорциональные зависимости отличаются друг от друга только коэффициентом пропорциональности k, и их можно задать формулой вида y равно kx. Графиком прямой пропорциональной зависимости является прямая, проходящая через начало координат. Для построения графика прямой пропорциональной зависимости нужно: первое, определить коэффициент k в формуле y равно kx. Второе, построить точку с координатами 1, k. Третье, провести прямую через начало координат и построенную точку. Теперь построим график прямой пропорциональной зависимости y равно 1,5x. Первое. Коэффициент k равен 1,5. Второе. Построим точку с координатами 1, 1,5. Третье. Проведем прямую через начало координат и построенную точку. Выполним следующее задание. По графику прямой пропорциональной зависимости определите коэффициент пропорциональности. Определим по графику ординату точки с абсциссой равной единице. Ордината этой точки равна 5, значит коэффициент пропорциональности равен 5. Рассмотрим задачу. Найдите, за какое время пешеход пройдет расстояние, равное 4 км, двигаясь со скоростью v равно 1, 2, 4, 8 км в час. Чтобы найти время, надо расстояние s разделить на скорость v. t равно 4 деленное на v. Для решения задачи заполним таблицу. При v равном единице, t равно 4 деленное на 1 равно 4. При v равном 2, t равно 4 деленное на 2 равно 2. При v равном 4, t равно 4 деленное на 4 равно 1. При v равном 8, t равно 4 деленное на 8 равно 1 второй. При v равном 2, t равно 2. При v равном 4, t равно 1. Мы видим, что скорость увеличивается в 2 раза, а время уменьшается в 2 раза. Значит, при увеличении скорости в несколько раз, время уменьшается во столько же раз. Следовательно, скорость v и время t в этой задаче являются обратно пропорциональными величинами. Эту зависимость можно записать в виде y равно 4 деленное на x. Построим график этой зависимости. Для построения графика составим таблицу. Отметим на координатной плоскости точки с координатами 1, 4, 2, 2, 4, 1, 8, 1, 2 и соединим их плавной линией. В соответствии с условием задачи
На рисунке изображена ветвь гиперболы. На самом деле, график обратной пропорциональной зависимости – гипербола, состоящая из двух ветвей. При изучении курса математики 9 класса мы более подробно познакомимся с построением данного графика. В формуле y равно 4 деленное на x число 4 называют коэффициентом обратной пропорциональной зависимости и обозначают буквой k. Различные обратно-пропорциональные зависимости отличаются друг от друга только коэффициентом пропорциональности k и имеют вид y равно k деленное на x, где k не равно нулю, x не равно нулю. График обратной пропорциональной зависимости y равно k деленное на x для всех рациональных значений x, кроме x равного нулю, располагается в первой и в третьей координатных четвертях при k больше нуля, при k меньше нуля во второй и четвертой координатных четвертях. Графиком обратной пропорциональной зависимости является гипербола. Для закрепления материала выполним задание. Постройте график обратной пропорциональной зависимости, заданной формулой y равно 2 деленное на x. Для построения графика этой зависимости составим и заполним таблицу. Отметим на координатной плоскости точки с координатами 1, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 2 и соединим эти точки плавной линией. В жизни нам приходится часто встречаться с графиками прямой пропорциональной и обратно пропорциональной зависимости. Если вернуться к картине «Онегин на балу», на ней мы увидим, что линии красного цвета напоминают форму графиков прямой пропорциональной зависимости, а линии синего цвета имеют форму графиков обратной пропорциональной зависимости. Я предлагаю вам самостоятельно определить на рисунках линии, которые имеют форму графиков прямой и обратной пропорциональной зависимости. Нажмите на паузу и после выполнения задания продолжите просмотр видео. Проверим выполненное задание. На рисунках А и В изображены линии, имеющие форму графика обратной пропорциональной зависимости, а на рисунке Б линии, имеющие форму графика прямой пропорциональной зависимости. Итак, сегодня мы познакомились с графиками прямой и обратной пропорциональных зависимостей и построением графиков этих зависимостей. Всего хорошего!